Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Технологии для бизнеса». С вами в студии Василий Богданов. И у нас в гостях Сергей Козий, генеральный директор компании «Axioma Soft». Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о технологиях в страховании и финансах. У нас уже была недавно такая передача, мы говорили о фронт-офисе. А сегодня поговорим о том, что такое бэк-офис, какие там стоят проблемы, задачи, возможности, да, что там можно улучшить, усовершенствовать, автоматизировать. Ну, то есть вот технологии для бэк-офисов. Да. Для начала, по традиции, несколько слов про саму компанию. Кто вы, что вы, когда образовались, сколько человек работает? Наша компания занимается исключительно программными продуктами 1С. Мы авторы нескольких решений, в том числе для страхования у нас решение называется 1С страховая компания 8 Corp и 1С бухгалтерия страховой компании 8 Corp. Почему 1С? Потому что права принадлежат компании 1С, понятно, да. А мы являемся разработчиками. Выиграли конкурс у компании на разработку отраслевых решений для страхования и по заказу фирмы 1С являемся разработчиками. А вот это вот понятие бэк-офис, это вот что сюда входит? Есть традиционное разделение на фронт и бэк-офис. Фронт-офис – это скорее для клиентов. Это продукты, организация продажи. Продаж. Да. У нас тоже есть продукты, но наше решение оно там больше заточено для там, агентов, офисных работников. Есть, конечно, и портал там, агента-клиента, но это скорее там, интеграция с нашим решением. Все-таки в бэк-офис это что такое вот для обычного человека? Вот я не очень хорошо. Ну, фронт-офис я больше понимаю, потому что всю жизнь занимаюсь маркетингом, продажами. А бэк-офис это что? Это все, что находится в вашем офисе. Это учет, отчетность, актуария, там, расчет резервов, там, перестрахование, там, взаиморасчеты с сотрудниками, агентами. Там, расчет заработных плат, расчет там, зарплаты, комиссии, не знаю, комиссии, там, закупок. Закупки, отчетность по МСФО, юридический отдел. То есть там вся жизнь, деятельность компании, которая там... Вот, кстати, вы упомянули там отчетность какую-то по МСФО. Там. А я вспомнил один из наших тоже участников на программе, тоже айтишник. Он говорит, слушайте, у нас регуляторы выпускают так много новых документов и так часто, что нам все время будет работа по обновлению вот этого программного обеспечения для систем учета и отчетности. Это правда, тем более сейчас происходит некая революция в учете. Теперь регулятор Центральный банк, и они выпустили новый план счетов, который не похож на традиционное РСБУ, он больше похож на МСФО и на план счетов в банках. Это план счетов для некредит финансовых организаций. Соответственно, теперь новый вызов для всех страховых компаний и, в принципе, всех некредитных финансовых организаций, там, будь то, начиная там, от ломбардов, заканчивая страховыми компаниями, негосударственными пенсионными фондами, все они переходят на этот новый план счетов. Единственное, там во времени это разнесено, то есть там страховые... Кому-то раньше, да? Кому-то. Страховые и пенсионные – это такие первопроходцы, они приходят уже с 2017 года, и уже в этом году они пробную отчетность дают Центральный банк, поэтому... Работы действительно хватает. Наша компания из-за этого сильно выросла, потому что заказов очень много, и решения очень сильно там, пользуются спросом. Мы выпустили первые там, релизы наши, по-моему, 26 июня. Ну, неважно. Смотрите, июня, да, я уже другое хочу спросить. Смотрите, вот в данной ситуации получается, что есть продукты, спрос на которых... Ну, как бы навязывается внешними факторами. Ну, вот выпустил там новый регулятор, там какие-то новые инструкции, и все компании вынуждены там в течение какого-то времени закупать новые, так сказать, апгрейды делать, программное обеспечение, переучиваться, там что-то переделывать. А, наверное, для вас, в принципе, это как для бизнеса не так, что уж и плохо, да, хотя в целом для страны, наверное, это бессмысленная работа, ну, ладно. То есть это продукт, потребность в котором она как бы сверху приходит. А есть продукты, когда, например, вот вы приходите в компанию и говорите, смотрите, у вас там документооборот построен там следующим образом, а можно было бы сделать там по-другому и на этом сэкономить, не знаю, с 10 вагонов документов, например, там сделать 8 вагонов документов, а остальные перевести там в электронный вид или там что-то еще, или снизить количество человека часов там на составление каких-то видов данных или что-то еще. Вот у вас каких как это, продуктов больше? Те, которые, ну, просто как, вам звонят, у нас катастрофа, новый план счетов. Вы такие, отлично, сейчас мы вам сделаем. Или все-таки вам приходится
Вот какую долю в вашем портфеле занимает продукт, когда вам приходится приходить к клиенту и говорить: слушайте, наш продукт там позволяет что-то сделать лучше, что-то эффективнее? Ну, первоначально мы писали продукт еще до этих изменений, и продукт вот, страховой компании A8 Corp, он планировался как такое некое комплексное ядро автоматизации там, всей компании, всего бэк-офиса. И он как раз призван был там увеличить эффективность компании, то есть там ноги откуда растут. На одном из проектов было там 22 разрозненных базы еще там на Fox Pro, и компания не могла расти, в принципе не могла расти, потому что... То есть в какой-то момент сложность с взаимодействием внутри стала настолько огромной, что уже вот, ну, то есть... Казалось бы, надо еще там что-то открыть, а уже все это тонет в взаимодействии друг с другом, да? Тонет взаимодействие, тут и ошибки управленческие, да, то есть там, если у тебя один и тот же клиент несколько раз занесен, тут как бы очень сложно там посчитать и взаиморасчеты, и финансовый результат, какую-то эффективность, и поддержка продаж уже никакая происходит, потому что... Очень хорошо себе представляю такие ситуации, видел, да. Да, и, соответственно, на рынке не было такого большого комплексного продукта, тем более там, на современных технологиях, чтобы это можно было там, открыть как там, на толстом, так и на тонком клиенте или там, на мобильном телефоне. И мы как раз ориентировались на вот такой продукт. Его создавали. То есть создать продукт, который заменит все другие, ну там, или какую-то группу других продуктов. Да, совершенно верно. Комплексный, как традиционно, как там продукт 1С там, дешевый, но относительно дешевый, потому что рынок узкий. Создали, спрос уже был успешно, но появились те самые там, изменения регулятора, и произошел такой взрывной спрос. То есть у нас как бы, да, действительно, сами клиенты звонят. То есть просто... вы вовремя как бы увидели вот этот вот, ну как, то есть движение рынка, что когда, ну когда-то все компании начинали там одно программное обеспечение, другое, третье, как-то между собой состыковали. Когда-то это работало, в какой-то момент перестало, и вы очень вовремя это дело подхватили. Да. Понятно. Второе, это, конечно, действие регулятора, но это как вот дождь пошел, ну, что делать? Все покупают зонтики, продавец зонтиков радуется. Вот, это понятное дело. А хорошо, и сейчас вот вы так этим и занимаетесь. Сейчас, я думаю, до 2017 года там хватит работы там, по переводу на новый план счетов, новое положение Банк России. Дальше там будет переход еще на новый формат отчетности XBRL, там, это новое слово финансовой отчетности и... Я думаю, что многие компании будут переходить на него, и многие отрасли, не только финансы, потому что это, в принципе, очень удобно не только регуляторам там, получать отчетность всю там, в неких там кубах компании, а и дальше анализировать другими приложениями. Это, прежде всего, наверное, там, мне было бы интересно как инвестору, чем это регулятор. То есть там, публично получать отчетность уже в некой выгрузке в своих там, системах аналитических ее анализировать. Смотрите, у вас очень такое, похоже, судя по вашему рассказу, счастливое положение в бизнесе. Вам не приходится, как сказать, клиенту продавать какие-то не совсем, может быть, очевидные на первый взгляд преимущества, что-то еще. Вы реагируете. То есть у клиента возникла проблема, значит, компании, которые ее могут решить, не так много, и в любом случае их меньше, чем тот объем проблем. Да, мне кажется, это задача маркетинга прежде всего, то есть выявлять такие потребности и не вступать в бессмысленную конкурентную борьбу. Угу. Хорошо. А с вашей точки зрения, вот автоматизация офиса, автоматизация бэк-офиса, у нее какой потенциал, вот что она, ну как, какую выгоду она приносит компании? И вот ну, я тоже часто общаюсь с айтишниками, мне говорят, слушай, есть решения, которые относятся к разделу «это должно быть», и все, и точка. И там речь не идет о том, там что-то лучше, что-то хуже. А есть решение другого плана. Например, в принципе, там, ну, не знаю, документооборот так и так идет. Но если внедрить такое-то решение, то можно сэкономить, не знаю, там, 30% трудозатрат, там, да, времени, человека, часов, ресурсов. Этих сотрудников там, направить куда-то еще, там, да, либо расстаться с ними, сократить затраты на фонд оплаты труда. Вот у вас какие решения в основном? Все-таки больше первые? Нет, нет, совершенно нет. То есть первое – это просто пик спроса так произошел, отражение законодательства. Есть там, например, кейс, вот у вас там на телеканале приходил наш клиент, группа компании МИДСИ, там сократилась… Компания какая, МИДСИ? МИДСИ, да, сократился срок сдачи отчетности. Вот, вот я и пытаюсь из вас вытащить вот это вот. Ага. Сократился срок сдачи отчетности в главную компанию, соответственно, тоже это такой…
не денежный, но экономический эффект. Можно разговаривать там о том, что увеличиваются продажи, тут как бы за счет чего? То есть если подходить к этому не как к учету, а как к некоторому двигателю управления продажами, то есть можно автоматизировать там ставки в Яндекс.Директе, в Google AdWords, то есть всегда быть там за счет там высокой степени автоматизации маркетинга, там чуть-чуть выше, там лучше конкурентов, там как там ставка выше, там, например, так ставка ниже, можно эту ставку там, научились автоматизировать, идти дальше, отслеживать там по каждому поисковому запросу, отслеживать ROI и там смотреть... ROI – это возврат инвестиций. Да. Вы поправляете, если я буду на каком-то своем языке говорить. Соответственно, тоже можно там смотреть, этот запрос там неинтересен, там не окупается, неправильный, там докручивать. И это приведет в продажу, это, собственно, и будет бизнес айтишный, как бы двигателем продаж. То есть мы там привыкли, да, должно быть. Ну, привыкли, что IT – это такая сервисная функция, такая обеспечивающая функция, которая, ну, как бы, да, сопровождает, что ли, бизнес. А вот вы считаете, вам удается, ну, как бы, занять другую нишу, занять позицию, что IT не просто поддерживает и выполняет заказы, а, может быть, где-то даже, как бы, выступает впереди и, наоборот, говорит бизнес-подразделениям или там руководителям бизнес-подразделений, что, ребята, а вот существуют такие возможности. Или как? Да, совершенно верно. То есть этот кейс, который я рассказал про маркетинг, это, по сути, там лид-генерация. То есть сейчас вот все там только научились к CRM-систему там, автоматизировать там взаимоотношения с клиентами. Потому что только научились, а ведь лет 15 тому назад их стали внедрять, только сейчас научились, да. Угу. Ну, по-честному, большой доли компаний в принципе нет CRM. До сих пор. До сих пор нет. Получается, только учимся. Да? Но на самом деле это уже там позавчерашний день, и там просто как бы учитывать взаимоотношения с клиентами, это ничто не говорит. То есть это как бы обработка там входящих. А можно генерить при помощи IT входящие обращения. Можно. А смотрите, вот это хорошая тема. Очень удачно, что мы к ней сейчас перешли. Давайте мы тогда... Вот сейчас мы выяснили, что есть спектр работ, которые IT-компания делает для обеспечения функционирования. То есть вышла новая там нормативная база, и нужно просто, вот, ну, просто выполнять. Да, это надо делать. А есть другой перечень работ, где IT-компания может прийти к заказчику и сказать: слушай, а вот есть такие-то решения, если их внедрить, научить, как бы, да, и заставить там продавцов ими пользоваться, то можно там сделать то-то, то-то. Или, например, автоматизировать покупку рекламы там в Яндекс.Директе, там, да, с помощью роботов, который будет лучше, там, качественнее, там, опередит конкурентов. Вот давайте во второй части поговорим об этом более подробно. Дорогие друзья, рекламная пауза. Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем программу «Технологии для бизнеса». С вами в студии Василий Богданов. И напоминаю, что у нас в гостях Сергей Козий, директор компании «Аксиомасофт». Еще раз здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. В первой части говорили о задачах, которые связаны, скажем так, IT делает то, что компании должно быть. Регулятор выпустил норматив, компания обязана его выполнить, IT помогает выполнить. А вот есть тема, когда IT, по идее, может выступать даже впереди бизнес-подразделений. Может прийти к директору, не знаю, там, по рознице, по развитию, по продажам и сказать: слушай, а есть вот решения, которые позволяют там автоматизировать рекламу или, например, автоматизировать рабочее место продавца так, что оно само будет подсказывать какие-то продукты там или что-то еще. Вот здесь как вы действуете? Мы можем автоматизировать рекламу, можем настроить сквозную аналитику. Сквозную аналитику чего? Ну, например, от рекламы и до уже получения продаж и подсчета. Угу. То есть какие каналы лучше работают? Да, да. Так. Также, если вернуться в страхование, там какой главный там актив? Там, то есть у всех компаний клиенты, тут помимо клиентов еще есть агенты. Да? Можно сделать удобное рабочее место агенту, чтобы он там не забыл поздравить с днем рождения и, кстати, сказать, что у вас закончился там полис КАСКО или ОСАГО, там, или там начался дачный сезон, там, напомнить, там, страховать дачу. И это позволит компании там набирать количество агентов, соответственно,
агенты будут более лояльны и больше будет продаж. Ну, логично, если компания с помощью программы обеспечения позволяет агенту продавать больше и зарабатывать больше, ну, конечно, он это оценит. Да, если ему удобно, комфортно, и программа сама ему подсказывает, кому сейчас пришло время идти, или что дополнительно предложить клиенту, который стоит перед ним сейчас, в данный момент времени. И опять же, кстати, что дополнительно предложить? То есть, если высокая степень автоматизации страховой компании, она может предложить, например, по тому же ДМС общаться с медицинскими учреждениями там, в нужном формате, и там и медицинская компания будет проще там, получать автоматизированно выгруженные файлы, не заносить там данные о своих убытках, и страховой компании. Ну, это уже такие программы, которые помогают, например, страховой компании взаимодействовать со своими там, партнерами уже, да, не столько с продавцами. И, соответственно, если поставьте себя там на место. Кстати, да, это существенное снижение издержек, потому что тут одна база, там другая база, потом еще отдельно третьи люди, которые сидят эти базы там, ну, не люди, а, но тем не менее, продукты, которые это все соединяют. Соединяют, это то и скорость будет зависеть, там, выставление счетов и, соответственно, оплата, то есть это напрямую может повлиять на денежный поток. Да. И там, что касаемо там, страховой компании, это увеличит их ценность. То есть, как бы, можно. Есть такие стандартные кейсы там, в продаже, когда говорят, там, кружка стоит там, 500 рублей, никто не покупает. А если там, потому что доставка 250 в интернет-магазине. Если, говорит, кружка плюс доставка стоит 500 рублей, то будут все покупать. Ну, наверное, да. Тут то же самое, то есть помимо того, что мы там ваших клиентов застрахуем, мы еще как бы и данные автоматически будем выгружать, они там вы будете там, набивать ручками. Тоже маленький, но бонус позволяет делать IT. Смотрите, всегда спрашиваю в программе «Технологии для бизнеса», этот вопрос задаю. Ваши клиенты, как компании, это кто? Это IT-директора, это директора бизнесов, это генеральные директора компаний? IT-директора, безусловно, потому что они должны быть драйверами всего изменения в бизнесе. Это. А вы сам тоже программист, айтишник, да? Да, я долгое время работал в самой компании 1С, разрабатывал зарплатные решения. Нам это все близко, да? Мне проще всего находить, раньше было там с IT-директорами язык, теперь я уже пытаюсь думать как собственник бизнеса и пытаюсь смотреть, там, что мы можем, там, проецируя на себя, что мы можем там предложить бизнесу. Опять же. Слушайте, а ведь генеральные директора страховых тех же самых или финансовых компаний, или кого-то еще, или там клиник, они же совершенно другие, они не мыслят как айтишники зачастую. Надо разговаривать с ними на их языке. Нам помогает наш бэкграунд наших сотрудников, которые там лет по 15 автоматизируют страховые компании. И когда, в принципе, приходят наши эксперты, то тут их язык сложно там заставить молчать, потому что у них, там, грубо говоря, у людей из бизнеса там 2-3 опыта работы в разных компаниях. У некоторых наших там, ведущих экспертов, там десятки страховых компаний, они знают там best practices, и они могут предложить какие-то там управленческие решения, то есть не только айтишные, но и управленческие там, лучшие практики. Это такой маленький бонус в виде бесплатного консалтинга. Слушайте, а вот ведь это же тяжело, если ты до этого там, в прошлой жизни, не знаю, там 10 лет был айтишником, и стать директором, и... А директор это по-любому человек, который занимается и продажами, и общественными связями, и взаимодействием с ключевыми клиентами и прочее, прочее. То есть он такой больше экстраверт становится. Это же непростое дело. Совсем непростое. Никто не говорит, что это легко. Это. А вы как-то вот стремитесь освоить эту компетенцию или полагаетесь на тех экспертов, которые, ну, например, отвечают за там, страховые компании, говорят на их языке? Или вы тоже пробуете общаться с генеральными директорами клиентов и понять, как бы, вот они чем живут, там, да, чем дышат, какие у них проблемы, как они? То есть вы-то знаете, что у вас есть решение, но вы ему говорите, а он вас не понимает, у него там другое что-то в голове. Как-то самонадеянно думать, что мы понимаем. Угу. Пока продажа показывает, что понимаем. Но, с другой стороны... Есть куда расти, да? Да, мы растем, и на ваш вопрос я пытаюсь как бы там больше там развиваться, тоже как управленец, там, может быть, сотрудники скажут, что не очень хорошо, там, но пытаюсь, то есть, по крайней мере. И набираем компетенции тоже, то есть набираем экспертов с рынка, пытаемся... Подобрать. Я вот слышал, очень многие хвалят, помогают... Для вот взаимопонимания разных людей из разных профессий, из разных отраслей, такие, знаете, совместные какие-то
ну, разборы кейсов, там что-то еще, а иногда даже поменяться местами. Вот даже, кстати, у нас бывают иногда гости из ритейла. Ну, директор, например, компании говорит, а ты знаешь, я вот там раз в два месяца я на один день встаю за прилавок. Я вот четко понимаю, какой клиент, что он хочет, как он себя ведет. Я всегда в себе поддерживаю вот это вот чувство клиента, конечного потребителя, да. Другой кто-то вот говорит, а у нас там, не знаю, мы месяцами не могли наладить взаимопонимание между инженерами и бухгалтерами. Взяли там инженеров, засунули там на два дня в бухгалтерию, а этих наоборот. Ну, как-то, в общем, как вы со своими клиентами не делаете такие смешанные команды, не меняйтесь местами? Ну, прям что за прилавок там продаем, например, там пояс. Не, ну вам-то или, понятно, да, это ни к чему, да. Но мы постоянно общаемся, вот, и я стараюсь во всех знаковых проектах ездить на управляющие комитеты. Там где-то это раз в неделю, когда там активная фаза запуска, где-то раз в месяц. Там, ну, обязательно нужно общаться там с заказчиками. А вот новые клиенты, они появляются все-таки, ну, то есть вы как бы заняты обслуживанием тех клиентов, которые пришли, ну, как сказать, в первое время, когда вы, ну, со своим первым продуктом вышли, да, это же тоже нормальный путь развития, да, ты сначала предложил клиенту, говорит, смотри, у тебя 8 систем, они между собой конфликтуют, я тебе поставлю одну. Поставил, и пошло дело. И ты ему постепенно наладил одну систему, другую, что-то там, новый продукт продал, как бы, и, в общем, такой естественный рост. Или же ищете как бы новых клиентов там совсем вот с нуля? Продукт родился уже из проектов. То есть у нас уже были клиенты. Нас там сначала просто привлекали как людей компетентных там, в финансовой сфере и имеющих большой опыт разработки. Там, изначально это просто был там какие-то субподряды у других компаний. Потом уже пошла небольшая слава, там сарафанное радио. А сейчас уже как снежный ком запущен, и клиенты приходят и по сарафанному радио, там, и там, через интернет-маркетинг, через там, мероприятия. Ну вот я знаю, что вы там на конференциях постоянно участвуете как партнеры там, или с кейсами выступаете. Помогает вообще? А кто ходит на конференции? Там же ведь менеджеры первого уровня же сейчас не ходят на конференции. Есть разные конференции. Была конференция для собственников IT-директоров страховых компаний, мы там тоже выступали. Но они там есть, приходят? Да, приходят. Приходят, если это там даже про государственный, то топ-менеджмент, там приходят и собственники. Там, не буду называть фамилию, но там меня там очень яркая фамилия одного из олигархов там привлекла. Его не было, то есть это такая ловушка, да, была. Со стороны организаторов. Да, да, да. Но приходят. Я знаю, да, они пишут так. Приглашены. Да. И какая-нибудь там вкусная фамилия, звездочка там, что типа они пока только приглашены, еще пока не подтвердили, но может быть. А ты смотришь. Да, именно на такой прием я попался. Да. Ну, что вот делать, бывает, да. Приходят, есть там конференция там, для айтишников только. Mm-hmm. Там приходят и айти-директора, руководители каких-то там отделов. У них задачи свои есть, они при помощи нашего там либо опыта, либо софта их решают. Соответственно, конечно, они могут и не принимать, хотя очень часто стал, то есть там айти-директор, этот уже стал во многих компаниях владелец бюджета, он подписывает акты по доверенности, да, он распоряжается бюджетом. То есть, если там чем крупнее компания, тем вероятность такого больше. Бывают конференции для там бухгалтеров, например, там по новому плану счетов. Угу. Тоже, там, часто. Ну, это тоже нужно, да. Да. Мы ведем такую просветительскую миссию, выступаем в финансовой академии. Угу. Там мы с уклоном, конечно же, на наши продукты, но тоже показываем, что все-таки это новое для основной части бухгалтеров, новый план счетов. Мы показываем, как эти изменения законодательства можно там реализовать. Ну, это чисто программе. Такие учебные семинары вы проводите. А вот такие, даже не то, что просветительские, я бы так сказал, семинары, которые показывают, ну, как бы некое будущее, такие вперед смотрящие. Там не проводите вы такие, что какова будет индустрия там, вот тех же самых там бэк-офисов через там год, через два, через три. Ведь наверняка же в мире есть какие-то лучшие кейсы, лучшие практики, которые можно собирать и показывать, что, ребят, смотрите, там уже вот сегодняшний день, вот он уже вот такой, а вы еще там во вчерашнем. Ну, это мы так выступали тоже на одной из конференций айтишной. Это уже был как анонс выхода решения. То есть мы стараемся о дальних планах не говорить, потому что все-таки там... Конкурентный рынок? Не столько. То есть надо как бы держать слово. Ага, ну да. В текущих условиях это очень сложно.
потому что там рынок меняется, потребности меняются, и ресурсы компании перенаправляются очень динамично. У нас очень динамично изменяется оргструктура. Ну, это правильно, так должно быть. Может, правильно, может, там где-то это, конечно, издержки там, внутри компании там есть недопонимание. Но вот такой рынок, да, то есть оргструктура, она должна идти от рынка, от цели компании. Соответственно, если мы заявим, что вот будущее будет такое, а это будущее не начали программировать еще, то тут как бы репутация, возможно, будет испорчена. Да. Хорошо. Что бы вы хотели в завершении программы пожелать и своим коллегам тоже, которые занимаются разработкой решений IT, и потенциальным клиентам или существующим вашим клиентам? Наверное, всем вместе можно пожелать смотреть не в сторону действительно автоматизации учета, а в сторону того, что любая компания, она все-таки должна стать в какой-то части IT-компании. То есть, там, любая, мыслить как IT, действовать. Да, любая компания должна быть в онлайне. В онлайне, это, да, как сказал Тиньков. Да. Соответственно, нужно жить в ногу со временем. Спасибо, спасибо. Все. Дорогие друзья, на этом наша программа подошла к концу. Вы смотрели «Технологии для бизнеса». В гостях у нас был Сергей Козий, а вел программу Василий Богданов. До свидания.